Итак, вот вы покатались осенью и оставили свой велосипед. И теперь вот эта вот рубашка и тросик заржавела настолько сильно, что у меня даже сил не хватает, чтобы вытащить. Вот я тяну-тяну и вытащить не могу, потому что там внутри ржавчина, и все очень плохо. То есть необходимо, соответственно, если вы катаетесь в грязь, в дождь, вот это все просушивать, не оставлять в холодном помещении, не оставлять на балконе, иначе все это закиснет полностью, придется менять заново. Если у вас не работает переключатель, то обратите внимание, какое количество травы, грязи, это я уже здесь половину вычистил, находится здесь. То есть пружина не может вернуться, потому что просто грязь и вот это вот что-то, иголки мешают работе переключателя. Плюс он весь ржавый, то есть его надо хотя бы иногда мыть, иногда смазывать, иначе работать он будет отвратительно.